Война. Фашисты. Война. Но ну, мы не отсюда, мы немножко дальше живем. Мы просто вот вышли посмотреть, что с городом осталось. Ну, Саша, я не видел, а мины не разорваны. Снаряды, блядь, валяются. О, вот. Во дворе у меня вот там снаряды валяются. Хочешь покажи? Тихо, ну как, тихо. Ну, сегодня уже где-то вырабатывал. I can get the pressure with me. Тільки по периметру, вони танки, два танки, вони на позиції їздили. І так радувалися. Ми ще й не завершили цю стройку, ви ж бачили, другий поверх тільки почали.
через каждые 20-30 секунд просто выстрелы миномета. Мы слышим, что где-то со стороны Бучи 20-30 секунд выстрел. То есть там 3-5 выстрелов слышишь в одном месте, потом какая-то пауза небольшая, перенастраивали, я так думаю, что перенастраивали миномет. Еще там 3-5 выстрелов в другой район. Это просто... У меня он в доме, понял, трусило, ну, разрывы над домом были, аж лампы на кухне и на этом, в коридоре, да, повыкручивались, попадали. Сами. Не можешь представить, это такое, от вибрации такой. И в плафоны, что в туалете, в ванне, стекол, ну, короче... Вівторок, да. 4 ранку почалося вже тут ад. У 7.44 я прибігла сюди, взяла корм, прибігла, в мене коти, собаки, прибігла покормити, до кури я вже не побігла. І тут вже був